здравия! С вами я, Супчик19К. Да, это никакой не кликбейт. В Чикинган приват-сервер от Фрозера вышло новое обновление. И да, я стал бета-тестером приватки. Ладно, не буду томить, только перед началом лайк, подписка, ну а мы погнали к ролику. Первое, что у нас есть, это новое меню. И оно очень прикольное. Также вот такой у нас баг появился. Вот такие, короче, добавили оружие. Добавили такие новые шляпы. Как всегда, снова баги. Также нам добавили новые очки. В клювах добавили бороду просто. Также нам добавили настройки, можно там изменить сенсу, изменить управление и также поменять прицел и его окраску. Такая, кстати, зимняя карта Chill House. Новая карта, если не ошибаюсь, Forts называется. Такие, короче, добавили предметы. Такие две машины добавили. И все. Также добавили режим банихоп. Очень прикольный режим, мне он очень сильно нравится. И кстати, нам добавили функцию, то, что можно вот без кнопок играть. И вообще вот не видеть оружие и играть без кнопок. И автострельбу. Еще добавили вторую карту на режим банихоп, но у меня тут очень сильно лагает, так что видео короткое тут будет. Дальше новый режим дроппер. Вот такой у нас режим. Только с последним я не понял, в чем смысл. Кстати, я не показал, как стреляют новые оружия. Также нам добавили карту Хаос из нашего оригинального Чикингана, только другое небо. Только один вопрос, почему у меня то 3000 FPS, то вообще 4000, вот сами смотрите. Пасхалки пока не нашли, но я их сниму в следующем уже видео. Ну а с вами был я, Супчик19К, всем спасибо, всем пока!